по сдаче теории могут ввести дополнительные вопросы. То есть, если вы сейчас сдают теоретический экзамен, он сдается, учащийся отвечает на 20 вопросов, они разбиты на 5, на 4 блока по 5 вопросов. И если сделал 2 ошибки, то считается сдал, 3 ошибки не сдал. Сейчас хотят ввести, если в одной из пятерок, в одном из блоков сделал 2 ошибки, сразу не сдал. Если в разных блоках по одной ошибке, то за каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов. То есть практически человеку нужно будет ответить без ошибок на 28 вопросов. На автодроме раньше было 4 упражнения. Сейчас добавляется, будет добавлено еще 2 упражнения. Это маневрирование задним ходом и торможение на разных скоростях. И практически из упражнений больше пока добавлено не будет.